Сотрудники МЧС продемонстрировали детям правила спасения утопающего. Один из способов спасения – с помощью тонкого троса с небольшой петлей и двумя оранжевыми поплавками на конце. Забросив пострадавшему конец с петлей, спасатель оставляет противоположный конец себе. Благодаря плавучести полипропилена трос держится на поверхности. Утопающий берется за петлю руками или надевает ее себе под мышки, после чего спасатель подтягивает его к судну и поднимает на борт. Есть и такой распространенный способ спасения, как использование круга. Забросив его как можно ближе к пострадавшему, с помощью троса человека также вытягивают на берег либо к катеру. Если человек находится в бессознательном состоянии, либо силы на исходе, с катера к нему плывет спасатель. На берегу водолазы рассказали детям и о принципе работы акваланга, где и как можно отслеживать оставшееся количество кислорода, показали водолазные костюмы сухого и мокрого типов. Легко ли дышится сжатым воздухом, дети попробовали на себе, выстроившись к спасателям в длинную очередь. Медик отряда на специальном роботе-тренажере по имени Гоша продемонстрировал ребятам порядок оказания первой медицинской помощи.